Дареной машине в год выпуска не смотрят. Папа, я все сдала на пятерке. Давай дари мне машину. Чего это? Как чего? Ты же мне обещал, если я все на пятерке сдам, ты мне подаришь машину. Ага. Вот. Пятерки, машину. Матери не показывай. Так она все равно узнает, когда я на своей красненькой машинке. Эй, тормозника, у тебя еще нет ничего. Я знаю, как вам оценки там ставят за красивые глазки. Пап. Вот мне экзамен сдашь, тогда и посмотрим. Что у вас там было? Математика. 3×3. Папа, у нас высшая математика. Девять миллионов 56 разделить на 8 миллионов 65. Ну, я так не смогу. Ну и какая тебе машина? Вот я тебе калькулятор подарю, если что. Запись сотри там. Папа. Ладно, хорошо. Последний раз, давай еще. У одного мальчика было 5 яблок. У второго мальчика было 3 яблока. Папа, сколько... это детская задачка, ты че? Давай взрослую. У одного взрослого мужика было 5 яблок. У второго взрослого мужика 3 яблока. Сколько всего яблок? У нас высшая математика. У одного высокого мужика было 5 яблок. У второго 3. 8. У этих быстрорастущих людей было 8 яблок. Ладно, капот есть. Что еще? Начертательная геометрия еще. В смысле начертательная геометрия? Совсем обленилась, нифига себе. Давай, что там изучали? Аксонометрические проекции. Еще какой экзамен был? Физика. Ну и что, сколько ты раз отжимаешься? Не физкультура, физика. Что, подтягиваетесь, что ли? Да почему? Мы там свойства воды изучаем. А ну-ка, удиви-ка профессора каким-нибудь свойством жидкости. Ну, например, поверхностное натяжение воды. Вы что, там воду натягиваете? Может, еще воздух рвете? Как я тебе с таким бардаком машину-то доверю? Пап. Ладно, давай, география. Где находится Австрия? В Европе. Позор. Ты что? Австрия — это целый материк. Там еще кенгуру прыгают. Это Австралия. Какая Австралия? Ты что? Австралия. Австралия — это где пингвины, где полярники живут. Это Антарктида. Ага. А там где, где наркотики продают? Это Амстердам. Вот дает, а? Амстердам — это линия такая вокруг Земли. Это экватор. Ты что, у матери училась, что ли? Экватор — это машина такая с ковшом, землю копает. Это экскаватор. Я тебе запрещу с матерью общаться. Экскаватор — это лестница такая в метро. Это эскалатор. И бабушку не пущу к нам никогда. Эскалатор — это кусок мяса такой. Это эскалоп. Эскалоп, дорогая, это песня Газманова. А, эскалоп моих мыслей шальных. Вот, хоть что-то знаешь. Ладно, давай машину выбирать. Какую? Ну, такую, чтобы тебе с ней интересно было. Твою ровесницу. 92-го года. Я 93-го. Ну вот, научишься у нее чему-нибудь.